Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, а я продолжаю миксовать ансамбли для наших женщин. Мы переходим к кардигану Антонель. Если вам хочется, например, более пастельных оттенков и монохромности в ансамбле, давайте посмотрим еще на одно предложение. Анастасия выбирает ярко-красное платье и черный кардиган. Смотрите, для тех, кто любит костюмы, монохромность, я предлагаю бежевый цвет кардигана Антонель и бежевый цвет платья. И у вас получится готовый комплект. Обожаю Светлану Воронцову за то, что она умеет так грамотно все составить, чтобы потом вот выйти и блистать, и понимать, что с тобой работал профессионал, стилист. Кстати, вчера смотрела передачу про миллионеров, они в магазин без стилистов не ходят. Ну что ж, мои хорошие, вы в данном случае экономите свои средства, потому что работаю я для вас вместе с Оленькой с душой. Итак, Оля, два цвета на выбор. Это черный и пастельный бежевый. Мне очень нравится, что наш кардиган не однотонный. Тебе не складывается ощущение, что наш кардиган, он не просто вывязан, а как будто бы на нем поверх наброшено кружево. Согласна? Есть такое ощущение. Ну, это кардиган Антонель. Сегодня действует эксклюзивная цена от производителя без наценки. То есть, понимаешь, да, вот это вот сотрудничество наше долговечное, долгоиграющее с российским производителем дает нам возможность приобретать такие стильные, такие актуальные сезонные вещи по самым минимальным ценам 1999 рублей и скидка 900 рублей. Давайте посмотрим на ансамбли. Анастасию мы уже видели в прекрасном алом платье. Давайте посмотрим на Марину. Итак, Марина надевает брюки. Это брюки Сельма. Сюда подойдет любой топ молочных, светлых, бежевых оттенков. На Марине молочный цвет топа в основу принта на нашем кардигане. И точно в принт украшение и окантовку у нас подобраны брюки с лампасами. Если вы любите брючные ансамбли, вы любите трикотаж, я советую вам выбрать комплект. Давайте посмотрим на размеры. Оля, подожди! Да, до 70-го размера у нас представлен кардиган. Внимание! От 50-го до 70-го размера. Ну а теперь самое главное. Это бренд «Заря». Когда мы говорим, что это бренд «Заря», мы понимаем, что здесь однозначно мал кардиган не будет. То есть здесь у нас размер в размер. Однозначно. Правильно? Давайте я расскажу, как работает бренд «Заря». Угу. На сегодня бренд «Заря» один из лучших производителей вязаной коллекции одежды. И именно спустя много-много лет бренд «Заря» доказал, что мы имеем право называться лучшими. И это говорит прежде всего о достоинствах выбранных материалов. В состав нашего вязаного плотного полотна входит 30% натурального хлопка. Я обожаю, когда в состав пряжи добавлен хлопок. Скрученные волокна вместе с паном добавляют мягкость и прочность. Но это еще не все. Здесь добавлен малый процент лайкры, который не дает усадку, который помогает держать форму трикотажной вещам. И такие вещи очень нежные. Ощущение, что это кружево нас не покидает, а ведь ткань вывязана, это фактурная ткань. Закладывается специальная программа по вывязыванию такой красоты. Этот принт не окрашен, а вывязан. Посмотрите, внутренняя сторона доказывает о присутствии белоснежной нити, которую мы видим с вами сейчас в области рукава. Портные сначала делают лекало каждой детали: рукава, воротник, передняя, задняя полочка, бортовые зоны. После этого по лекалу, Оля, вывязывается каждая деталь. После этого каждая деталь, прежде чем их сшивают, проходит специальную обработку. Выпаривание, вылеживание, снова выпаривание и снова вылеживание. Для чего это, спросите вы? Для того, чтобы при носке этот кардиган не вытягивался. Для того, чтобы при стирке этот кардиган сохранил свою форму. Для того, чтобы заказать брендовый кардиган, нужно набрать номер телефона. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Это и кардиган, это и весеннее пальто. Два в одном по эксклюзивной цене, которая действует только на телеканале Шопеншоу. И только сегодня. Успейте дозвониться, успейте заказать. Будьте стильными и модными. Оленька, я сейчас хочу сказать моим милым женщинам, что вместо пиджаков для составления элегантного ансамбля мы можем подобрать с вами кардиган. Вообще я хочу сказать, мои милые женщины,
Представьте, теплая весна, начало лета. Вместо пальто, вместо плаща, куртки или ветровки я предлагаю вам накинуть на плечи имитацию летнего пальто, вязаного, брендового. Посмотрите, как с жемчугами богато смотрится кружевной белоснежный принт. И я, Оленька, за всю историю работы на телеканале Шоп-н-Шоу не помню, чтобы бренд «Заря» предлагал нам такие богатые размеры. И я, кстати, в этом кардигане чувствую себя стройной. Вы посмотрите на эту красоту. Угу. Какая длина! О, закрывает мои широкие бедра! Дорогие телезрители, для того, чтобы заказать этот чудесный, нежный кардиган, который будет вас согревать, актуальный прямо сейчас для покупки, чтобы к весне он вовремя успел прийти, для этого вам просто нужно набрать номер телефона. Делайте свои первые покупки. Известный бренд, отличная цена. Что еще вас останавливает? Наберите номер телефона и ждите его на почте. Там произведете оплату. Это очень удобно. Телеканал Шоп-н-Шоу. Самое лучшее качество и самые низкие цены. Итак, внимание. Как выбрать размер и дистанционно не ошибиться? Если вам хочется, чтобы кардиган Антонель не обнимал бедра и ягодицы, как на Марине, возьмите на размер больше. Я советую женщинам, особенно тем, у кого богатый верх и слишком широкие бедрышки. Плюс один размер к вашему. Трикотажные вещи, если сидят более свободно, смотрятся элегантнее. Длина потрясающая. Мы заранее ее измерили для вас. Более 90 сантиметров. Рост Анастасии средний, 1,72 м. Настенька, посмотрите, длина вязаного кардигана пальто почти доходит до коленок. Угу. Прекрасная имитация накладных карманов, которые, кстати, очень стильно оформлены. Вот они. Обратите внимание на то, что окантовка в области рукава, в области кармана и воротничка у нас идет из контрастного оттенка. Вот меня, Оленька, многие спрашивают, Света, почему сегодня многие дизайнеры перестали делать подплечники? Ну, ты знаешь, на самом деле это очень актуальная зона для моей мамы. Ты сама знаешь, что с возрастом плечи становятся более покатыми. А вообще есть женщины тип фигуры груша, у которых от природы плечики покатые. Бывает и такое. Или плечики более узкие. Mm-hmm. Знаешь, как можно откорректировать фигуру при помощи подплечников. Так. Смотрите, когда у нас есть особенно в вязаных трикотажных вещах подплечники, обратите внимание, что получается? Во-первых, прекрасная посадка. Угу. Здесь мы видим с вами подплечники, имеющие форму именно плеча. Это не те подплечники, как у боксеров. Помните, в 80-е годы были такие пиджаки. Здесь четко-четко останавливается плечико там, где начинается вточной рукав. А значит, вы приподнимаете свои плечи, осанка становится более ровной. И за счет подплечников вы уменьшаете параметры талии и бедер. Это коррекция фигуры. Хлопок! Хлопок в составе. А значит, мы с вами почувствуем еще и дыхание тела. То есть не будет преть, да, вот в вязаных изделиях наше тело. Итак, называется кардиган Антонель. Размеры до 70-го! До 70-го! И действует эксклюзивная цена только во время прямого эфира.